Добрый вечер. Мне надо выпить. Елена Гелберт, я полагаю. Я Финн Майклсон. Ты пришла к моей матери. Она здесь? Она не приглашала твоих друзей. Они защищают меня. Как ты знаешь, твоя мать уже пыталась меня убить. Если хочешь встретиться с матерью, ты должна быть одна. А минутку внимания, пожалуйста. Прошу прощения.